Здравствуйте! Мы сегодня поговорим о впадинах на щеках и пластике губ. Этот вид операции – один из наиболее важных, у которого много желающих, потому как проходит легко и просто, и даже не требует на это времени. Продолжительность операции всего 5 минут, и результаты очень успешны. Но результат виден только через 2 недели, потому что в течение этого периода будет заживать ткани и швы. Впервые появился вид этой операции в развитых странах, такие как Эмираты, Кувейт и так далее. Некоторые пациенты требуют, чтобы сделали только одну впадину на щеке, по его предпочтению на правой или левой стороне, ну или в области бороды, в общем, где захочет пациент. Если же он захочет поменять место впадины, то в этом не будет никакой сложности. В большинстве случаев предпочитают уменьшить губы, плюс к этому сделать впадины. Или можно использовать местную анестезию, трахеонаркоз. В этой операции не требуется вообще, поскольку операция осуществляется с внутренней стороны рта, не с внешней. Период после операции может возникнуть небольшое набухание и изменится цвет кожи, но уже через 2 недели это все пройдет и результат удивит всех. Важно сразу после операции использовать лед на ее месте, чтобы операция стала вполне успешной. Если же появятся какие-то проблемы в левой или правой части челюсти, то врач посоветует обратиться к стоматологу, чтобы одеть брекеты, а затем вернуться к нему снова, пока результат не будет виден. Все, что нужно врачу и больнице, так это удовлетворение клиента. Больница направлена на обеспечение безопасности пациентов, где она предоставляет удобные места, точность диагностики, а также предоставляет услуги интенсивной терапии, в которой имеются в распоряжении все необходимые аппаратные средства.